Что быстрее и лучше починит неисправную машину, выясняют будущие автомеханики области. В стенах 24-го политехнического колледжа Ярославля проходит региональный тур Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. В конкурсе участвуют 16 студентов. Чтобы стать первым, каждый из них должен без ошибок написать тест и выполнить практическое задание. В мастерских колледжа для этого подготовили технические станции. На диагностику двигателя, замену тормозных колодок и выполнение еще нескольких операций ребятам дается всего лишь 2 часа. За каждым действием конкурсанта следит независимый эксперт. В конце он выставит промежуточные баллы и расскажет про допущенные ошибки. Ведь это конкурс, понимаете, они все волнуются и как-то в чем-то торопятся, в чем-то это немножко путаются, допустим, и в каких-то вопросах, и делают ошибки там, особенно по технике безопасности.